Отдел ФЕТФ на сегодняшний день выполняет важную функцию для мусульман. Со всего Дагестана сюда ежедневно поступает большое количество проблемных вопросов. Ответы на них и пути решения сотрудники дают строго по нормам шариата. Такая работа очень ответственная. И все эти люди, которые к нам обращаются, ну, процентов 90, они дагестанцы. Они наши братья, они наши сестры. И они наше лицо. Вас они видят, ну, как можно сказать, отца, старшего брата, дедушку, можно сказать, наставника, алима. На встрече руководитель отдела привел статистику по вопросам, с которыми к ним обращается население, и статистику по количеству ФЕТВ, вынесенных отделом. Муфтий Дагестана поблагодарил сотрудников за слаженную коллективную работу. Также муфтий встретился с министром по туризму республики Эмином Мирдановым. Шейх Ахмад Афанди поздравил министра с назначением на новую должность и пожелал ему быть максимально полезным на таком важном и ответственном посту. Дай Аллах, чтобы от вас для людей был баракат. Смотря на вас, на вашу работу, сейчас весь мир дает оценку Дагестану и дагестанцам. Поэтому вы должны быть в форме. Во всех отношениях мы ваши помощники. В Рио министр, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на поддержку муфтията республики и всех дагестанцев. Карим Даниев, Хадижат Гамидова, телеканал ННТ, Махачкала.